Чувашия вошла в число регионов-лидеров всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе детства». На суд жюри конкурса «В фокусе детства» из Чувашии поступило 25 заявок. На федеральный уровень допущено 14 материалов от журналистов республики. Лучшие работы выбирают в фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его задача – привлечь общественное внимание к решению проблем детского неблагополучия. Конкурс 2018 года стал одним из первых мероприятий фонда в рамках объявленного президентом Российской Федерации «Десятилетие детства». Вы все это знаете. В рамках регионального этапа на конкурс поступило 896 работ, на федеральный этап 453 работы из 63 субъектов Российской Федерации. Победителями стали 25 авторов из 20 российских регионов. Республика Чувашия вошла в число 20 лидеров конкурса по количеству участников. Сразу в трех номинациях конкурса победу одержали корреспонденты национального телевидения Чувашии и редакции Таван Радио. Также среди призеров журналисты газет «Грани», «Советская Чувашия» и «АллатРские вести». За успешное проведение регионального этапа глава Чувашии вручил благодарственное письмо от Федерального фонда министру цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций.